На сегодняшний день по Шкабрскому району количество привитых людей от коронавируса вакциной Гамма-КОВИ-2, вакцина первого компонента, составляет 829 человек. На В2, которые завершили вакцинацию от коронавируса, составляет 1053 человека. Вакцинация в первую очередь показана работникам медицинских образовательных организаций, работникам социального обслуживания, лицам с хроническими заболеваниями, в частности, лицам с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринологической системы, таких как диабет, ожирение и так далее, и лицам старше 65 лет. Препарат не содержит самого коронавируса, он инактивирован, поэтому заболеть или заразить окружающих после вакцинации невозможно. После проведения вакцинации человек не является носителем вируса. В основе вакцины находятся так называемые вектор-носители, которые содержат лишь часть гена вируса, и в ответ на встречу с ним иммунитет вырабатывает защитные антитела. Мониторинг уровня антител желательно проводить не ранее, чем через 2 недели после проведения вакцинации В2. Уважаемые жители Кашкабрского района, мы призываем вас к проведению вакцинации, чтобы защитить себя и своих родных от этой болезни.